Взрыв на нефтяном месторождении в Октябрьском районе унес жизнь одного человека, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, трагедия произошла вчера в 10 вечера на лицензионном участке независимой нефтегазовой компании. По словам очевидцев, произошел хлопок с последующим возгоранием. Что известно к этому часу, расскажет наш корреспондент Евгения Самойлова. Мы находимся возле Нягинской окружной больницы. Именно сюда ночью доставили пострадавших, так как эта клиника ближайшая к месту взрыва. Все пациенты с серьезными ожогами. На утро 15 августа в этом стационаре находятся два нефтяника. Четверых с санбортом отправили в специализированные центры Сургута и Пытьяха. На текущий момент мы консультируемся с федеральным центром имени Вишневского. Это федеральный ожоговый центр. Наш специалист совместно с федеральными специалистами определили тактику лечения. Транспортировка на текущий момент не требуется. Окружные центры имеют необходимый уровень подготовки, необходимый уровень оснащения, не ниже федеральных, поэтому помощь оказывается сегодня по маршрутизации у нас в регионе. Что известно о месте трагедии? 95-я кустовая площадка Таллинского лицензионного участка находится на значительном удалении от межмуниципальной трассы Нягань-Таллинка, что значительно повлияло на время прибытия специализированных служб. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. На объекте находились бытовые вагончики и специализированная техника. Открытое горение ликвидировано в полночь. Точные причины и обстоятельства ЧП на Таллинском лицензионном участке пока не уточняются, но известно, что в день трагедии на объекте проводились ремонтные работы. Нягинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшей смерть по неосторожности. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль как в прокуратуре, так и в аппарате следственного управления. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань, Октябрьский район.